Так, новая авантюра у меня. Я сейчас уже 5-й час, наверное, 5 часов, блин, стемнеет. Ну, я решил съездить на Соколовское поле и вывести оттуда рулон 2 сенажа. Ну, вообще, моя цель сейчас съездить туда и посмотреть дорогу. То есть, как обстоит дело с дорогой. Угу. То есть, что там происходит и возможно ли вывоз сенажа и сена Соколовского поля самостоятельно. То есть мы хотим туда загнать все 3 трактора вместе с 75-кой и куновский, и этот загрузить там прицеп и 75-кой вытащить на край. А на 8-ку ставите, да, колеса? Так, дорога дальняя, не вижу смысла снимать вот эту поездку. Сейчас заведем. У нас все еще морозы, где-то минус 15-17 держится сейчас. Обещают там завтра плюс 3. Посмотрим, как это будет выглядеть. Сейчас я пробую заводить его. Ну, его уже заводили. Печку пока выключу. Да, выключу печку. Ну и поеду потихоньку. Так. Какая здесь красота!
готовили в июле, где-то 10-15 часов, там видео есть, я оставлю вам ссылку на него. Ссылку оставлю на это видео, когда мы его готовили.
продуманно сделаны захваты, потому что от середины они все-таки их надо было пошире сделать, чтобы они как бы внутрь сжимали рулон, а так они его выдавливают захватом. Так что если